акробаты, Боря, ты посмотри. Паша стал вниз головой, а Саша залез на него, стал ему на плечи, да, ногами. Встал. А ну-ка покажи еще раз, как ты делаешь. Покажи. Не, покажи, как ты залазил. Паша вот так стоял, Саша залез на кровать. Покажи, как ты залазишь на Пашу. Покажи. Саш. И что это такое? Ба. Ба. Это ты так залазишь на Пашу, да? Застеснялся. В краске пузо. Да, да, вот это все Саша у нас так сегодня рисовал. Иди, у нас Саша так сегодня рисовал. А ну покажи свое пузо. А ну покажи свое пузо. А, пузо в краске. Пузо, а ну покажи руки. Как ты руками рисовал? Покажи руки. Я уже его вытер. Да, уже вытирали, мы его вытирали. Покажи. Уже скажи, сколько сегодня раз тебя вытирали? Сколько ты раз сегодня уже рисовал? Да нет, это не краска. Это не краска. Вот у него на пузе еще краска. На пузе краска еще. Ага, это мы так рисуем. Вытирать надо краску на пузе. Идем быстро. Идем пузо вытирать. Идем пузо вытирать. Да, да. Да, скажи, я уже понимаю, что меня снимут. Бака! Бака! Все тебя видят. Кака у тебя на пузе. Краска. Краска на пузе. Бака! Оладьи со стевией. Вернее, сырники со стевией. Хочу попробовать. Мы же без сахара их делаем. Вот зеленую, вот эта стевия. Она сладкая. Чай, она у нас прижилась у детей, у Бори. У меня не очень. Я могу, в принципе, пить, но мне еще нужно мед добавить. А вот попробуем в оладьи. Я где-то столовую ложку бросила на килограмм творога. Посмотрим, может будет сладенькие, не придется. Ну, то есть, будет вкуснее. Да, давай. Давай, мой хороший. Теперь вот так смотри. И сюда давай. И давай. Давай, мой хороший. Вот так. Вот, молодец. Их так еще. Главное раздавить получше. Давай. Вот так, смотри, мы поправим его. Видишь? Да? Вот так будет кругленький. Давай говори, побольше возьмем. Говорит да. Говорит да. На, вот так побольше бери. Давай. И мама будет делать оладьи. Ой, эти сырнички, да? Смотри, вот так вот в шаре крутишь, потом чуть-чуть придавливаешь. Не надо сильно размазывать. И вот так выкладываешь. Давай. Вот так крути, крути, крути. Ты уже покрутил чуть-чуть, теперь маме давай. Мама давай. Теперь будет докручивать. Давай сюда. Вот так. О, все. Стой, стой, не раздавливай его. И выйдет большой сырник. Давай, еще последний ты сделаешь. Давай. Давай. На. Вот так. Давай. Давай ты, теперь мама. Давай по очереди. Давай. Давай, теперь мама. Давай. А потом я тебе дам положить. Так, теперь мама. А теперь давай ложи его туда. Аккуратненько бери. Бери аккуратненько. Ручку. Бери. Вот так. Аккуратненько. Давай сюда. Давай, давай. Вот так, молодец. И вот так. Все, стой, стой. Аккуратненько. Еще чуть-чуть. Легонечко. Вот так. Легонечко. Все? Молодец. Опять. Вот так. Что ты тут делаешь? А можно еще? А можно еще? Что, да? Папа, можно еще и так? Угу. Yeah.
Стиша, эту вещь надо снимать с шеи, Саша. Сашуня! Паша, убери подушку у меня с головы. Да, теперь тебе точно придется спать ложить. Оля! А! Тут подписчики спрашивают в комментариях, вы в банке с Мишей не выпивали? Дай ответ, а то прям это. Я алкоголь не употребляю ни в каких видах. И ни при каких обстоятельствах. А Миша? А Миша, не знаю. Может быть, там вино на Новый год, не знаю. То есть в баньке пил? Нет, он не пил. В бане мы пили иркутская газированная минеральная вода. Вот это мы пили. Интересно, в алкоголе есть в минеральной газированной воде иркутской? Ну, если кто-то себе туда добавляет специально, то у них есть, но мы не добавляли, значит, нас не было. А по поводу, пьет ли Миша, мы не знаем. Спрашивайте у Миши. Да, у Миши канал, ссылочку оставлю в описании. И все. А название прямо сейчас своего канала видите, поэтому переходите, задавайте вопросы лично Мише. Да, да, да. Вот. Да, да. Но в баньке трезвые мужички. Только трезвые. И вы что, Миша... хотите, чтобы сердце стало? У кого, у жены или у тебя? И у жены, когда мужа потеряет, и когда температура 105, и сухой пар, что потеешь, а оно сразу высыхает. В бане пить нельзя, я не представляю, когда можно пить в бане. Ну, короче, я вообще не пью, ни в бане, ни за баней. Ответ, Миша с Борей не напиваются, и пьяными их увидеть нереально, невозможно. Но пьет ли Миша алкоголь в малых... В плане там 50, 20, 10 грамм, это вопросы к нему, или да. Новый год, это все к нему. Потому что есть крестьяне, которые употребляют алкоголь немножко, не пьянее при этом, да, там буквально. Мы не употребляем, а мы в нашей даже семье это у нас антиалкогольный принцип такой. Мы вообще не употребляем алкоголь ни в каких дозах, употребляем, ни при каких... причащении, при причастии. Там нет. По грамм 5, наверное, каждый, по грамм там 10. Там 1 грамм. А, да, я употребляю алкоголь, когда пью кефир. О! Употребляет ли Боря алкоголь? Наконец-то смогли к тебе докопаться. Когда пьешь кефир? Да. Все, алкоголик кефирный ты. Папа, ща. Ты наконец-то сидишь. Опять полет. Кружение. Давай, Аня, ты. Кружение. Головное кружение. Я не знаю, как мы успели время. Так, Саша! Пап, давай! Сашенька, стой! Саша, стой! У нас сегодня на ужин вот такой шикарный пирог. У нас два пирога. Этот я делала с теста на закваске, который я делаю, хлеб пеку. Значит, адыгейский сыр, морковка, лук, яйца и что еще? И томатная паста. А второй сейчас печется, запекается. Ой, там этот. Сейчас, секундочку. Немножко я отвлеклась. А второй пирог. У нас печется со всеми ингредиентами, кроме томатной пасты и морковки. Так, немножко поэкспериментирую по вкусу. Сейчас много пеку, разное такое экспериментирую. А я хотела сначала как-то с пирога, думаю, вспомнила. Мы не поделились мнением о сырниках, которые мы делали со стевией. Стевии все-таки казалось маловато. И в следующий раз я побольше добавлю, но уже такое подсладенькое что-то. Обязательно, когда добьюсь хороших результатов, потому что многие отказываются от сахара. И многие из наших подписчиков либо в личку пишут, либо в комментариях, что они тоже отказались от сахара, но не знают, чем заменить, например, в выпечке. И вот я сейчас со стевией экспериментирую, что? И соль не надо. Да, и соль я немножко добавила, как обычно, когда с сахаром делала, а соль лишняя, когда без сахара делаешь, то есть чувствуется она очень сильно, сахар ее не перебивает, поэтому вот так вот. Думаю, поделюсь, а то обещала, а мы уже сырники все съели,
с медом мы так макаем хорошо, а поделиться не поделилась. Как-то не пропустила этот момент. Наша мама красит печку. Да, сейчас начну. Папа краску купил наконец. Никак не могли не только печку, а и стенку покрасить немножко. Она шпачкается со временем. Оп. Так. Так. А мы сейчас... А сегодня, кстати, какое число? 22-е. 22-е, да? А, ты сейчас как раз тетрадка пишешь, да? Ты сразу знаешь. Да. Покрасим вот эти кирпичики, что папа сделал, да, здесь? Угу. Оно не очень красиво. Мы то болели, то праздники, то еще что-то, никак не могли добраться сюда. Теперь наконец-то доберемся. Вот так вот. Вот как мама покрасила печку хорошенько. Вот. И она дальше красит. Да, почти закончила. Видишь, здесь дровами мы оббиваем. Папа сюда дрова складывает. Печку нужно раз в полгода подкрашивать. А еще вот здесь мы залили случайно подсолнечным маслом стенку. Нужно ее покрасить. И вот там нужно подкрасить. У нас в семье обожаю красить я. Боря красить вообще не любит, а я получаю наслаждение, когда крашу. Я и конструктор красила детям, ой, Сашке на день рождения. И печку я красила, и стены. У нас такой с Борей хороший симбиоз. Он одно любит делать, я другое, и всем от этого хорошо. Правильно, Аня? Да. Ну, показывай. О, отлично. Молодец. Да, пойдем сейчас посмотрим, что у нас тут чем занимается. Сашуля что-то себе там мастерит. Сашуня играет в игру. Анюта. Что Анюта делает? Ну, Анюта перерыв. Мы русским языком занимаемся. Угу. Пишет Танечка. Хорошо. А Танечка? А я сегодня маляр. Не, как будет на русском? Отгадался, да? Маляр. Или на русском? Маляр штукатур. Да. Не, не штукатур, а просто Танюша решила. Ну, здесь дети, когда начинали рисовать, солнышко и тучки дорисовали, Тёмину бабочку непонятно кто растер. Скорее всего, Сашка. А, нет, это Тёма хотел вытереть. А, он хотел стереть и перерисовать, и в результате получилось непонятно что, привидение какое-то. И вот здесь они не дорисовали, поэтому решила низ закрасить. Ну и запачкалась уже стена, она белая, дети трогают, и она такая потемнела. А это оставим всё сверху. Угу. А вот здесь все, что не дорисовано, вот это вот сейчас чуть позакрашивай. Ну давай, молодец. Я взяла всерьёз. Молодец. Раскрасить так красить. Раз уже у меня кисточка в руках, то надо как-то понемножечку. Ты просто скажи, что ты любишь это делать. Я уже говорила. Да. Ну хорошо. А что, уже закончила? Да, все, стеночку покрасила. Кстати, буду спрашивать, что за краска, вот эмульсионка. Она не воняет. Мы красим в доме зимой, то есть не проветриваем ничего. И очень быстро сохнет. Буквально пару часов и все. И обратно мы сюда повесим карту. Что детки делают? Да, хорошо. Сейчас я подойду, я просто покажу, что вы делаете. У нас в багажнике мед мы привезли. И сейчас змейка будет там, Тёма, Паша. Тёма возле двери, не видно его. Пойду покажу. Здесь, где Анютка? Анютка, вон Тимошка. А я буду здесь у Ани мед принимать. Да? Да. Хорошо. Ну-ка посмотрим. Первый пошел. Так. Саша, забирай. Забирай. Так, сюда несем. Сюда ставим. Папа здесь потом будет погреб его спускать. Давай, давай, давай. Иди, иди. Давай, 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 давай. Опа. Аня, ставь на пол. Все, давай, Тёмочка, Сашенька. Аня, на пол здесь ставь. Тёма, Саша, забирай. Давай. Тут Саша без меня справится. Давай, сыночка, вот сюда. Ставь. Так, ставь, 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 ставь. Быстренько, быстренько. Анечка уже принесла. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот так вот. О, какие быстрые. Сейчас и я подключусь. Ну, в общем, вот такой змейкой мы будем сейчас свой мед переносить, который Боречка купил.
сейчас я покажу, что мама делает. Мама блины у нас... печет. Много блинов. У нас блины все обожают. И вот тут, смотрите, разбираем мы носочки, которые купили, да, варежки. Да. Я их открываю и раскладываем по местам все тепленькие, хорошенькие. Все. Да. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда, Саша. Покажись. Саша. Мне покажись, какой ты красавчик в этой шапке с Пашиной. Ай, куда ты убежал, стеснюлька? Стеснюлька, что ты там делаешь? Что ты там уже крутишь? Ты пытаешься открутить, да? Пытаешься открутить, сына? Это нужно отверточкой делать. Ох, и мальчика. Сегодня ясная погода. Подожди, принц играют. Вот я... вот я даже без курточки. Ой, ну что жарко. Принц уже рад. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот Паша, Тимофей и Саша выходят. Сегодня 23 февраля, и мы идем делать юрту. Нет, я не юрту, хотя замок. Сумму. А я не юрта, это мое секретное название. Дом. Мы сами не будем. Дом, да. Да. Покажем, как мы будем ее делать. Так, а лопатки взяли, Паш? А лопатки взяли? Нет. Сейчас он побежит, возьмет. Ой, Сашенька, Саша. Жесть, это напнула. Вот это. Аня, наш. Так, красиво. Пошли. Сейчас покажем. Мы однажды немного сделали ее, да? Ну, засыпали, посыпали снег. Сашенька, догоняй. Сейчас пойдем. Вот. Там немного сделали вот такую кучку. Сейчас покажем, где она. Да, вот. Вот такая кучка. Аня, такая сверху должна быть ровная поверхность. Ну да, здесь мы немного сделали вот так. Сверху должна быть ровная поверхность. Короче, мы сейчас будем... Да. Ступени. Да, мы сейчас... Мы будем сейчас делать юрту. Саше стало холодно. Думаю, что пойти одеться. Мы сейчас тоже всем оденемся. Вон Тимофей там. Ему стало холодно. Холодно. И Саша сейчас нужно одеть. И мне, конечно, и Паша. Ой, Сашенька, 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 вставай. Вставай. Так. Вот мы уже пошли все оделись. И вообще, мы с мамой, мама с папой нас не заставляют одеваться и раздеваться. Мы сами выходим и чувствуем, нам холодно или нет. Мы выходим на улицу и чувствуем своим телом, нам холодно или нет. Если холодно, мы пойдем оденемся. Но мы идем одеваться. А если нам жарко, мы наоборот раздеваемся. Вот так. Что ты, Паша, делаешь? Сосульки рву. А, понятно. Куда ты там прячешься? Все в предвкушении? Да. Да, ребята, интересно? Да. Вот. Здорово. Саша, сейчас температура где-то сколько? Минус 5. Минус 5, где-то минус 7. Это к нам? К нам. Не думай. Трактор едет. Нам прервали. Забирай. Прервали Сашу, запуск. Оттуда. Трактор едет. Это мы приехали тестировать дрон для видеообзора этого дрона. Это что было? А это его завалило так. Видишь, что с ним делается? Упал он в снег. Что с ним? У нас есть подозрение, что ему все-таки холодно. Что он отключается. Отключается. Он себя некорректно ведет на морозе. Да, ему холодно, его валит, гироскопы не работают. Поэтому дома машина едет. Обходим в сторону. Мы сегодня у друзей были в гостях.
сейчас на центральный рынок покупать продукты разные. Подарок детишкам 23 февраля. Хотя 23 февраля прошло, когда? Вчера было? Не успели мы раньше купить, поэтому сегодня поедем туда. Сходим, вернее, в магазинчик, купим. Да, сына? Сегодня 24 февраля, если я не ошибаюсь. Да, или 25. Запуталась в числах. Йо, пока, пока. Они уже через дней 7 день рождения. Нам нужно купить упаковочную бумагу, правильно? Сейчас мы выберем. Упаковочную бумагу купили. Сейчас от Ани будем прятать ее. А то Аня с нами. Поход продолит. Мы здесь для семейного образования кое-какую книжечку возьмем. Кстати, я ее показывала, когда мы были у Наташи в гостях. Какую? Сейчас попробуем ее купить. Очень интересная, очень удобная. Там все-все должно сказано, что ребенок должен знать. Неважно, какой учебник, по какой программе учимся. Давай, идем. Ты что пугаешь меня? Не нашли мы здесь книжку, поэтому идем за продуктами, а потом в другом месте посмотрим. Никакие ты не напугалась? А, нет, не напугалась. В другом месте посмотрим. Да, в другом продолите зайдем, посмотрим. Мы на рынке. Мама, смотри, как пусто. Угу. Проходим туда-туда-туда, поворачивайте. Пойдем по какао-масло. И какао тертое. Наша любимая точка 260 на центральном рынке. Итак, купили какао-масло, идем за изюмом. Да, за фисташками и за изюмом. Здравствуйте, мы опять к вам. Будем покупать. Вера, дайте хоть я что-нибудь скажу. Что я хочу пачуканый. Подожди, не время. Вот Паша себе фисташки отдельно купил. У нас есть, не купили. Таких 10 штук, чтобы... Да, давай, бери сдачу свою. Выбирай сдачу. Тёма хотел что-то еще. Да. Что ты хотел? Пощелканные. Скажи, чищенные. Чищенные. Кедровые. Кедровые орешки. Орешки сколько? На сколько рублей хочешь? Ну, так... На все или на сколько рублей? Ну, я не знаю, сколько стоит быстренько. Один такой пакет. Ты скажи, на сколько рублей тебе? Мама, я знаю... Сколько такой пакет стоит? 1600. 1600 полкилограмма, да? Килограмм. Килограмм. 1600 килограмм стоит. Ну, быстрее. Да, на 200 рублей. А мне еще на 100 рублей еще это. Ты снимаешь? Тоже орешки? Да. Сейчас, подожди тогда. Да? А как же? Держи. Где сдача? Это мои собственные. Только типа не люблю. Да, бери сдачу. Да. А Паша на 100 рублей хочет. Ищи вот, так, вот, вот такой пакетик. А тебе тетя даст сейчас. Это стоит. Да. Все. Теперь меня дальше. Изюм, фисташки, семечки и имбирь. И дети себе лакомство купили, да? Mm-hmm. Да. Это... Сейчас помогу сложить. Это что? Я уже... И это уже говорю. Всегда за творогом пришли сметанкой. Подошли купить бананчиков. Сейчас нам другие принесут получше. Это на витрине. По 50 рублей сейчас бананы. Вот так вот. Да, ребята? Да, мама, бананы, кстати, покупай. Я помог китайцу. Хорошо. Вот этой тете. У нее упало яблоко, я его поднял. Она попросила. Хорошо, молодец. Мы еще купили Ане на день рождения клюквы и смородины для морса. И шампиньончиков взяли. Теперь мы только с Анюткой идем. Мальчишкам подарок на 23 число покупать, да? Да. Нам очень всем понравилась игра Свинтус. И мальчишкам тоже. И вот мы идем ее поищем, купим. А со временем будем другие его приобретать. Да, Китюля? Да. Все. В Рублеве она находится. Ой, смотрите, какие на центральном рынке срубы появились. Даже бандана. Даже непонятно. Еще это, наверное, ларечки будут какие-то. Такие интересные. Да? Ой, класс. Такие приятные. А вот их, да, смотри, видишь, там еще окна не доделали? А вот здесь окна доделают. Сцена какая-то. Все, пойдем. Пойдем, Рублев. Сначала расскажи то, что ты мне сейчас идешь рассказываешь. Давай. Все семейство. Гиппопотам есть гиппопапа и гиппопамама. Ну вот в чем вопрос. И достаточно тонкий. А где же остальные гиппопотомки? Спросить неудобно, звонить неприлично. И это все очень гиппопатично. Вот это откуда взяла? Читала в книжке, да,
даже не помню. Искать книжки, да? Да. Класс. Как-то, ну, не помню такого. Маршак, писать. Самое имя Маршак, нет? Нет, другое. Там, где какой-то удав там. А, это, наверное, муха. Да, как-то там. Рената Мухов, нет? Не помню, вообще писать. Вот здесь Рублёвый, в цокольном этаже. Сказали, что есть игры вот такие интересные, разные для деток. Сейчас покажем, если найдем эту точку. Для тех, кто живет в Иркутске, эта тема интересна. В общем, сдаем мы разные интересные точки и магазинчики. Первый раз мы в цокольном этаже в Рублёве. Сейчас будем искать. Так, игры, игры, игры. Вот. Ага, вот, смотри. Смотри, сколько там игр. Да. Перерыв 5 минут. Ждем. А вот там игры, 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 карты настольные разные. Нам нужны синтаксы. Сейчас, эрудит и так далее. Сейчас посмотрим, что там. Здесь еще разные варианты. Взрослые и детские. Сейчас мы разницу посмотрим. А вот в чем разница. Карточки разные. Это взрослые, вот это детские. Картинки. Один большой минус в этой игре. Картинки желают лучшего. Но по самой сути игра очень классная. Нам она очень всем понравилась. Ну и другой альтернативы нету. Там в детском Уна еще хуже картинки. Как для меня, вернее, в детском Свинтусе. Поэтому вот так будем осваивать. Говорю, не буду тебя толкать, и посмотри на нее. То я что ину должна, то толкать. Сама не можешь идти или что? Ты посмотри на нее. Иди рядом. Куда ты меня тянешь? Я не буду тебя тянуть, говорю. Так, Аня. Я сейчас щекотать начну. Ты смотри, куда бежишь! Смотрю! Смотрю! Все равно тебя убегу! Убегу! Убегаю от Ани! Мы сейчас двигаемся по Урицкого в Продолит. Сказали, что здесь по базе есть эта книжечка, что нам нужна. Не прячься там за мной! Аня сегодня в настроении хорошем. Мы только что встретили подписчика. Подписчика, вам привет. Вы знаете, кого мы встретили на Урицкого. Иван, если не ошибаюсь, зовут. Правильно? Передавай ему привет. Привет, Иван. Мужчина нас встретил. Говорит, а я вас смотрю. Ну, приятно с вами познакомиться. Ой, это мы не туда, продали дальше. Продали дальше. Что-то мы не туда с собой на эмоциях зашли, да? Да. Вот такую книгу я взяла. Значит, весь курс начальной школы «Схемы и таблицы» к 1-4 классы. Очень классно, я уже ее показывала в другом видео. Независимо от того, по какой программе обучаешься, здесь все, что должен знать ребенок для того, чтобы сдать, ну, экзамены до 4 класса. Вот так вот, сейчас ее покупаем. Стоит 380 рублей. Так, идем на кассу. Аня, на кассу. Мы уже устали, да? Да. Вот Паша выбежал на улицу. Мы от этого тоже не болеем. Представляете, как классно? Ой, Джесси, отойди. Так классно. Паша босиком ушел. Я не хочу босиком. Все долго играть. Но потом еще попробую тоже босиком. Сегодня вот такая погода. Снег падает. И вот елочка. Сначала она валялась возле дороги, потом она была дома. И теперь она здесь. Аня заметает, у нас традиция, когда папа помнет картошку, Саша должен сам еще помять немножко. Он просит постоянно, ждет своей очереди. Да, сыночка, ты учишься, да? И я можно. Да-да. И тебе, Саша, можно. Учись. И Паша, Тёма хочет. Давайте. И Тёма мнет картошку. Ой, скажи. Классно. А я салатик тут делаю. С капусточки. Сейчас с морковки салатик сделаю. Картошка трудная. Ты тоже хочешь? Уже все, давай быстренько будем делать. А папа будет насыпать, чтобы остывало. Посолить еще ей нужно, не забыть. Давай. Мне пока. Солил ты, нет, Боря? Чтоб не забыли. Не солил? Нет. Вон, возьми. Сейчас помнешь. Тимошка хлебушек взялся резать. Подожди, сейчас насыпим. Горячая она, горячая. Не трогай. Вот, Ирмичка. Когда нос был сюда повернут, я вот так. Да, правильно, ровненько нужно держать. Молодец, отрезал. Катя, тут. А, да, это так правильно. Сердце. Клади сюда. Я чуть-чуть потолще. Угу. Что, можно? Нет, горячее. Мы насыпем, тогда будет можно. Хорошо? Сколько кусков? Вот мы когда салатик делаем, я лью 3 масла в него.
льняное, горчичное и обычное подсолнечное. Боречка добрался до розетки, которая барахлила. Переделывает. Свет выключен, сразу говорю, не беспокойтесь. Счетчик отключил. Да, Лей, что ты там? Автомат выключил. Автомат выключил. Ну, в общем, счет отключен. Специально остановился на трассе. Сейчас выхожу, вам что-то покажу. Снег идет, машины ездят везде, а тут пасутся лошади. Пасутся сами себе. Никто их не пасет. Никого тут нету, а они сами себе ходят, и им хорошо. Кстати, сегодня 26 февраля 2016 года. Вот такую вот радость и красоту я увидел. Всем привет, ребята! Мы на канале Лиса, несё, я буду комментировать семью Бровских. Они живут в Иркутске, недалеко от Байкала. От озера Байкала, да, да. Байкал. У них четверо детей. Дети, да, не ходят в школу. Да. Лиса, они хотят учиться дома. Да. Вот так.